Здравствуйте. Все о том, что я собираюсь сделать в ближайшие 2 года в AEA, вы можете прочитать в моем предвыборном постере. Не буду повторять, всего лишь скажу то, чего там нету. Добавлю красок к своему постеру. Знаете, я хотел бы, чтобы в ближайшие 2 года AEA стал одним из самых сильных think-tanks в стране. AEA – это организация, у которой неповторимый потенциал. Члены нашей организации – это люди, которые учились в Штатах, те, кто обладают бесценным опытом работы в Азербайджане в совершенно разных областях, от креативных до здравоохранения, от, я не знаю, Big Data до зоотехники. Я хотел бы в ближайшие 2 года усилить сотрудничество AEA с бизнесами. Дело в том, что до сих пор AEA обращался к бизнесам всего лишь за финансовой поддержкой для исполнения разных своих проектов. Я более чем уверен, что, обладая большим потенциалом, экспертным потенциалом, AEA может стать think-tanком, который будет помогать бизнесам находить различные решения. AEA может стать очень хорошей организацией, консультантом и для государственных органов в притворении в жизнь различных социальных проектов. Тот потенциал, который обладает AEA, может послужить стране и различным отраслям бизнеса и государственного управления. Мы можем сделать так, чтобы наша страна получила максимум от того, что мы знаем и что мы умеем. Я надеюсь, что в ближайшие 2 года нам предстоит очень много интересных работ. Удачи всем нам и всем членам AEA в ближайшие 2 года.